Я надеюсь, меня никто не осудит за забор. Немножко покосился. Но нет сейчас средств на восстановление. Все ходят какие-то люди постоянно. Все смотрят, выпытывают, что у тебя, где у тебя, блин. Здесь у меня еще одна пекарня. Это на случай, если много гостей наезжает. Я цепочку сделал, чтобы не топтали, здесь не ходили. Вот, в этой печи пеку. Здесь вот все как положено, здесь тесто замешиваю. Вот. Ну, иногда приезжие помогают. Ну, вот так вот живем, выживаем, булочки потом продаем. Покупаем корм для собачек, для коров, для лошадок. Что это загнул для собачек? Собачки у нас сами кормятся в лесу. Волками зовут. Ну, вот хочу показать вам еще один домик. Там у меня с коньком немножко проблемы, молния ударила, там осыпалась немножко. Вот здесь у меня такие борозды, такие бараны, не борозды, а барана. Барана, барана, блин. Заговариваюсь. Вот тележки мои. Лук вот почти новый. Могу в аренду сдать, но продать не продам. Нужен самому. Вот ворота, видите, все так. Все пучком, пучком, все так стильно, все по-современному. Да, вот тут приходят всякие автографы оставляют. Я решил, чтобы никто тут уже места не было, ни для кого тут расписываться. Думаю, дай-ка напишу здесь текст. Вот, как-то так. Крыша, видите, все такая же. Перекрывать что-то средств нету, да и не стоит. Вот здесь у меня еще один домик, тоже для гостей. Но я сейчас занимаюсь работами, крышу перекрываю. Здесь вот видите, возле скворечника стоит мужик. Как раз он занят перекрытием крыши. Вот соломка, сено тут. Все как положено. Видите, вот строительство идет. Накопил средств. Благодаря ТикТоку задонатили конкретно. На Ютубе задонатили. Вообще, ребята, молодцы. Спасибо большое. Восстановим все. Блин, в лучших традициях все будет, как и раньше. Помните же, как было раньше. Вот сейчас я еще тут по навозу пробегусь, чтобы сандали пахли навозом хорошо. А то скажут, я здесь не живу. Так вот навоз дома буду из ботинок выковыривать. Вот, восстановительные работы идут. Вот мужичок ходит. Ну, он мастер в этом деле, видите. Решили по-современному немножко перекрыть, чтобы не подтекало. Тут дождь, погода, не погода. Короче, вот так. Здесь вот прям у входа или у выхода, как хотите называйте это место, у нас есть такая комнатка с сердечком. Я не знаю почему, но все зовут комнатой для абортов. Здесь абортируются. Так и называется. Аборт. Это я тут написал для людей, чтобы знали, что это, для чего это. А то все кричат туалет, туалет. Где у вас здесь МЖ? Надпись МЖО. Ну вот, как-то так. Ну, кучка тут лошадки у меня. Навалили, конечно, я тут сложил. Вот такова жизнь в Германии. В моей деревушке. Живу. Вот. Ну, хотите продолжение? Покажу, вот где у меня жена живет. Сверху. Она нет-нет на метле залетает туда.